Когда-то с маменькой по Киеву гуляла, манюня дева. Юлечка, дорогая наша, то, что там Левченко сняла, все вранье, не верь. Мы тебя любим, передаем тебе огромный привет, обнимаемся, целуемся, конечно же, это же не без этого. И твоя коронка. Покасики. Так, Настя. Ты вчера меня очень сильно обидела, предъявила мне, что я хайпую на тебе, поэтому я тебе торжественно заявляю, больше съемок с тобой не будет. Покасики. Денька, смотри, мой дорогой, у меня такие подписчики внимательные. Вчера тебя не было в моих сторис, и они уже заподозрили, что мы с тобой посрались. Я говорю, Феденька, у Феденьки татуировка. Это татуировка у тебя на щеке. Мы с тобой посрались? Ты будешь говорить или татуировку нет, будешь, блядь, рассматривать? Мы любим друг друга, Катя уже пошла домой. До свидания, друзья, пока. Это просто нереальный прикид. Бомба. Ну-ка, давай потряси-ка. Ать, оп. Молодец. А перец что там у нас? Супер. Очень красиво. Моя дорогая, моя мышка, моя птичка, как дела? Слушай, у меня шикарно. Все хорошо? Жду своего принца на белом коне, думаю, к Новому году буду счастлива. К Новому году, друзья мои, сенсация! К Алене придет настоящий рыцарь и покорит ее сердце. Не будем показывать пальцем, кто это, но вы и так все поняли. Пока, друзья! Тика конфетка. Без проституток и воров, без проституток и воров. Жизнь как без фантика конфетка. Что за песня? Чокнутая. Стоит это выставлять вообще? Я думаю, не стоит. Вообще не думаю. Черти... Фильтр, типа он красивый. Да, черти он что и сбоку баньки. Он страшный, у него такие синяки под глазами. И отекшие мешки, да? Но он стареет. Забыла ее, как трахал. Я скрою глаза под темные очки. Мне нужен ты. Нужен ты, вся для тебя, не отпусти. Я скрою глаза под темные очки. Мне нужен ты, как нужен ты, вся для тебя, не отпусти. Мне нужен ты. Дорогие друзья, я новичок в ТикТок, но это приложение я бы назвала «Добрый вечерок». Мы пробуем фильтры. Саша всегда меня учит новинкам. Как вам? Смотри, да или нет? У меня голая нога обкатая. Это прекрасно. Да? Главное, что нога только, и больше ничего лишнего. У нас в студии такая новогодняя атмосфера, атмосфера праздника, радости. Сейчас покажем вам. Ну, вы, наверное, уже видите. Очень все красиво. А у вас есть ощущение Нового года? Да или нет? Пишите. Давайте, пишите. Он сейчас может нести чушь, потому что он мало спал. Вы прощайте его сразу. Да, Александр меня заставляет снова ужасные фильтры юзать, но мы хотим вам рассказать о том, что наш друг Володя Брилев участвует в международном конкурсе «Караоке». Ему очень нужна наша и ваша поддержка. Голосуйте, пожалуйста, за него. Я оставлю ссылочку по свайпу. Он представляет Россию. Мы очень хотим, чтобы Россия выиграла на этом конкурсе, правда. Там очень трудно, но Володя молодец, борется. Ты меня как группа поддержки взял в этот сторис, я не понимаю. А ты молчишь, ничего не говоришь. Ты вообще поешь как? Ты мне слова не даешь ставить. Давай. Я хотела спеть песню. Давай. Уже поздно. Друзья, просто поддержите нашего друга в этом караоке-конкурсе. Вот и все. Голосуйте по свайпу. Большой театрал. Ну ладно, пойдешь? Уж большой театрал. Я пойду в театр обязательно. У меня тоже тут сторис. Найти бы время. Почему-то он со мной в профиль. Потому что я тоже снимаю. Там еще Илья Саглядин тоже хочет в театр. Антон должен пойти бесплатно, поэтому никаких скидок, все бесплатно для Антона. Вот, надеюсь, ты запомнил. Кстати, у Ильи сегодня премьера песни. Мы сейчас выложим по свайпу. Премьеру песни Ильи. Поздравляем, все слушаем. Время... У Ильи или у Ли? Я не поняла. У Ильи. Время вода. Время вода. Таня, аккуратно, ребят, между мимо реквизита ходите, пожалуйста, умоляю. Еще надо дотерпеть. Самое лучшее шоу на отечественном телевидении. Знаете почему? Потому что у нас не только прекрасные ведущие, но еще очень красивые.
эксклюзивные кадры с мест съемок. Посмотрите, у нас Новый год. И это снеговик стоит. Захар Соленко. С любимой воркуют. Илюх, слушай, у меня такой вопрос. Когда для такого топового участника, как ты, уже выделят отдельную гримерку? Она есть уже ты... на поляне. На поляне для тебя, да? Для... На поляне, да, отдельная гримерка у меня есть. Вот, где только я нахожусь, и кроме меня больше никого. Ну и может, естественно, находиться там Бородина и Бузова. Все. Вот так вот, ребят. Ебаров на VIP-условиях всегда, знаете. Лех, когда Милена выиграет Человек года, ты знаешь, как, что она собирается делать? Да, пригласить тебя в гости, попить чай и просто кайфануть, заварить кальян. И самое главное, сделать ремонт еще. Да, будем откладывать. И сами надо что делать. Мы же не рукожопы.